21 февраля 2019 года странные вещи начали твориться после того, как Меган Маркл вошла в Виндзорский дворец, и ну там вообще все смешалось. И драки начались, и скандалы начались, и некоторые такие вещи, которые... Давайте вместе подумаем, как оценить такие вот новости, когда Меган Маркл решила заменить белых мужчин на чернокожих женщин. Вы помните ее свадьбу? Там все пели, это был черный хор, и священник был тоже чернокожий. Она тогда уже показала свою широкозубую улыбку Виндзорскому дворцу, что она умеет кусаться, и она умеет диктовать свои условия. Меган Маркл, она же Меган, герцогиня Сассекская, жена принца Гарри, отметилась первой инициативой политического характера. Первой. И давайте посмотрим, какая это первая инициатива. Она испытала сильное эмоциональное потрясение, наткнувшись на распечатанные данные за 2016-2017 год, согласно которым большинство британских профессоров являются белыми мужчинами. Белые мужчины, представляете? Вот и Меган была шокирована, крайне удивлена и немедленно обратилась к своему личному секретарю Эмми Пикеринг. А он-то вообще белый или черный, ее личный секретарь? Нужно срочно сфотографировать это, пишет Daily Mail. Новоиспеченная герцогиня Сассекская раскритиковала английскую систему образования. Мультикультурная Меган поражена низкими показателями расового разнообразия среди преподавательского состава. Такой подход действительно является устаревшим и нуждается в обновлении. В современном мире подобная ситуация неприемлема, вынесла безапелляционный вердикт супруга принца Гарри. О как! А? По ее мнению, необходимо покончить с имперским наследием и как можно скорее провести деколонизацию учебной программы высших учебных заведений Великобритании, заменив белых профессоров мужчин на чернокожих женщин. Ну что здесь можно сказать? Я думаю, вы и сами все понимаете. Когда 37-летняя Рэйчел Меган Маркл, которая родилась в Лос-Анджелесе, США, а папа – бывший оператор-постановщик, имеющий голландские, немецкие и ирландские корни, а мама – афроамериканка, инструктор по йоге, социальный работник в психиатрической клинике. Видите, когда человек – актер, его нельзя допускать в политику. Мы же знаем, как актеры у нас в стране себя ведут в политике. Они же ничего не понимают. У них другое направление ума. Они не способны мыслить политически. А здесь Меган Маркл дали возможность. И вот эта американская актриса из смешанного происхождения, она и сама-то ведь смешанного вероисповедания. Зачем ее поставили, трудно сказать. Но и более того, как вы помните, если вы читали, конечно, когда вот она вошла во дворец, и весь двор-то ее не принимает, то в это время наспех для нее сделали такое вот исследование, якобы, причем это она занималась этим исследованием, установила это исследование, что Меган по отцовской линии является потомком короля Англии Эдуарда III, сына бисексуала Эдуарда II и Изабеллы Французской, роль которой в «Храбром сердце» Мела Гибсона сыграла очаровательная Софи Марсо. И добавим теперь, что Меган Маркл обладает статусом покровителя Ассоциации университетов Содружества, бюро университетов Британской империи, объединяющей свыше 520 университетов. Вы понимаете, сколько дали ей полномочий? Кто? Кто? Она же актриса. Да, она жена, но она актриса.
как она может решать судьбы британцев. Это, конечно, интересный расклад событий, наверное, направленный на то, чтобы разорить Великобритании. Мы не будем переживать и плакать о Великобритании, о ее разорении. И вот весной уже этого года, 2019-го, Меган и Гарри ждут, ожидают своего первенца. На эту тему мы с вами сделаем отдельный ролик. Ну, конечно, с юмором придется сделать, иначе здесь никак нельзя. Вот такой будет у нас ролик с вами. А то, что Меган Маркл начала с того, что подделывать начали ее биографию, ее корни, на мой взгляд, это унижает вообще Виндзорский дворец. Это подделка, фальсификация, о которой знают все. Весь двор знает, конечно. Все богатые люди Англии знают об этом. Но и не только Англия, всего мира. Все понимают, что это подделка. Но насколько это серьезно и насколько вообще... Им самим-то не стыдно, чтобы им в глаза вот такие подделки бросали. Однако же съели, похоже, съели, и весь двор молчит. Может быть, по этому поводу подрались как раз Камила Паркер Боулс с Елизаветой II в январе месяце, о чем у меня есть ролик. Да, тогда Камила Паркер Боулс как раз таки кинула в лицо Елизавете II, что она расстроена тем, что Елизавета II идет на поводу у Меган Маркл. А почему? Вы знаете, здесь так много интриг, что вот просто так объяснить почему, ни одно СМИ не дает объяснения, что происходит там в Виндзорском дворце, и почему Меган, почему ее вообще ввели в этот дворец, и почему она теперь распоряжается судьбами молодежи Великобритании. Кто дал ей право распоряжаться? Актрисе из США, из Голливуда. Она будет теперь решать и распоряжаться судьбами молодежи. Причем с высшим образованием. Университеты, 520 университетов под ее крылом. Так что если это сообщение, которое скриншот я вам даю, является правдой по поводу белых профессоров, которые не устраивают Меган Маркл, то слов нет для такого пинка под зад белой профессуре Великобритании. Я Таня Карацуба, Сеид Бурхан.